Хей, с вами Шмик, мы продолжаем проходить игру под названием Detention. Ну что, как раз настал тот переломный момент, чтобы узнать, что же все-таки находится за этой дверью. Ну, чё, полетели. Опа. Так, все настроено, все идеально. Водички нету. Еще одно целое огромное крыло. Медная статуя президента. Она видна практически из любого места в школе. Кто будет на этот раз? Человек-фонарь? Призрак-телепорт? Вот где дверь. Я думал, дверь это вот это. Я тут удивился, как-то мы телепортнулись. Так, ладно, короче, не будем спешить, будем заходить в каждую дверь, потом мы уже дальше идти. Везде окна увешаны оберегами. И это очень плохо. Это телефон из кабинета директора? Походу на то. На полках нет ничего важного. Вечки видел этот шкафчик. Внутри лежит ключ. Ключ от крыши. Обычно ключ от ворот старый и ржавый. Нужен для того, чтобы открыть двери на крыше. Мы можем пойти на крышу. А это что за свалка? Интересно, куда это хотя бы я выхожу. А непонятно, куда это я вышел. Музыкальный класс. Внутри стоит пианино. Последний раз им пользовались, пожалуй, на концерте хоров среди первокурсников. В центре комнаты висит птичья клетка. Внутри запертая кукла. На ее голове надет мешок. Никогда такого раньше не видела. Короче, у нас у гость. Пианино и есть какой-то, наверное, код, потому что у нас 5 активных клавиш. Мне кажется, тут нужно больше, чем одна комбинация, ну то есть последовательность. Переключатель, свет в коридоре. Ну ладно. Школьная радиостанция. Внутри находится устройство воспроизведения. На столе стоит звукозаписывающее устройство. Динамики издают слабый фонящий звук. Можно даже услышать шепот. Большой стереопроигрыватель. Обычно он используется для школьных объявлений.
Он подключен, значит, мне нужно просто вставить кассету. Переключать дорожек. Обычно такие кассеты вмещают 4 записи. Так, 4 кассеты надо найти еще. Дерево проросло сквозь стену. Повсюду лежат листья. На двери и окнах вырос мох. А то, что типа на деревьях лица, это ничего, да? Ну, скорее всего, может, это даже разрабы игры. Кто знает? Никто не знает, никто не знает. Куда я вообще иду, я не понимаю. Что-то я уже пошел, фиг знает куда. Главное сейчас не заблудиться еще. Пару кукольных рук. Это для кукольного театра? Это сцена. Она пытается напомнить мне о чем-то. Да, это мне нужно ту куклу вытащить одну с клетки. И еще где-то еще одну найти. Похоже, что-то застряло в дереве. Так, восьмая канальная лента. Восьмоканальная лента найдена под деревом. На ней записано 4 мелодии. Пленка, помещенная штампом, запрещено видеть содержимое, подвергнуто цензуре. Так, хорошо, больше нам сюда только нужно будет вернуться ради кукольного театра. Походу, ребята, здесь на серии 5. Где-то так. Так, погнали теперь в это крыло посмотрим. О, дверь открыта. Это как раз я сейчас зашел там, где мне нужно. Да, это там, где крыша, подвал, дам. А чего это от крыши? Крыша, только одна дверь у нас. Ну, плевать. Так, окровавленная пленка. Пленка найдена на крыше красного дома. Главное теперь тот, кто упал вниз, за мной теперь не гнался снизу. Так, подождите, а где у нас театр был? Кинотеатр у нас был в левой части, да? Или нет? Я уже не помню. Вот ей-богу. Я уже не помню, где это было все. Короче, возвращаемся обратно. Откуда мы пришли? Здесь очень темно, ничего не видно. Скримак? Ожидаемо. Ожидаемо, 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 ожидаемо. Странно. Заело, что ли? Блин, а я не прослушал. Дорожка больше не меняется. Thank you.
Ладно, ну хотя бы постоянно играет. Мне будут ноты здесь? Ох, ёпти, ёпти, ёпти. Мне нужно запомнить. Это сложно. Это очень сложно. Почему в этой комнате не слышно? Почему я должен постоянно выходить? Если вы думаете, я понял, я ни хера не понял. Тупой пианино. Один, два, три. Я не понимаю, третий звук. Я не могу понять третий звук. Походу я сейчас буду искать подсказку. Ну, в интернете, понятное дело. Первая, вторая, третья, четвертая, четвертая. Thank you.
вот этого звука почти вообще не, там не слышу. Короче, окей. Так. Как игра называется? Детиона. Пианино. Сейчас мы найдем. Хотя, ну-ка. Бля. Не. Ага. Походу, это я нашел. Подождите. Пипец, просто тупой пианино. Может быть, как-то поэтому можно понять, где больше стучали. Ну, один хер. Пианино. Так. Радио не то. Короче, я еще вам скажу, нам долго довольно проходить эту игру. Но как-то я довольно медленно по ходу прохожу. Ну да, такими тупняками. Как бы быстро пройти, да? Так, тюрьма, вода, мы прошли, да, с вами? Во! Так, ага, смотрим на птичью клетку, бла-бла-бла-бла. Заходим на площадку подъемника в глубине экрана. Движение влево, находим... Подъемник? Находим ленту, бла-бла-бла. Ага, вот. Два, три, два. Два имеется в виду отсюда. Кажется, мы дохера, ребят, с вами еще некоторый момент. Так. Металлический звук идет откуда-то из комнаты. Там еще очень много нам проходить. Там еще на серии, ну пускай... Еще на 4. Клетка открылась. Внутри лежит кукла. Надо собрать, отправиться на... Забрать, конечно же. Получена кукла с мешком на голове. Оторвана скрученная рука. Отпечатки пальцев полностью стерты. Так, дальше кинолента. Мы сразу пойдем с вами по пути, как мы сюда пришли. Нам нужно посмотреть с вами кино. Подожди, что у меня вообще есть? О, глаза появились. Надо посмотреть кино. Так, что здесь у нас в комнате? Тут даже карты нету примерно.
Так, телефон, который мне не нужен пока что. Это выход на улицу. Что я здесь открыл? Что это за проход? Так, это подвал. Так, давайте, наверное, сохранюсь. Нужно просто разобраться, где какой этаж. А, блин. Вот оно что, вот черт. Я просто круги намотал. Что за звуки странные? Интересно, что на этой пленке? Ну слушай, если она вся в крови, значит там что-то довольно интересное. Ну, наверное, интереснее, чем лица, смеющиеся над могилой. Один, два, один. Когда появились эти надписи? Крыса. Это бы об информатике? О чем? На надгробье выгравировано имя Вэй Чунтин. Короче, я понял. Короче, мне нужен листик. На листике будем с вами все это, так сказать, отмечать, потому что это бредятина. Поехали. 0.25. 1.2. 1. 0.25. 1.2.1. Это телефон. Или что это? Телефон, где у нас телефон был? Телефон был, получается, у нас на нижнем этаже. Второй этаж, дверь слева, да? Там, где мы открыли. Стой, это я вообще на улице. Ой, боже. Как же тяжко вспоминать, куда идти. Что здесь у нас было? Воспроизводная система. Скумуха заебала. Здесь у нас был музыкальный класс. Вот здесь, и где глаза, у нас был телефон где-то там дальше. Ну,
Пипец. Беготни, конечно, до хера. Вот здесь у нас телефон. Ну, блин, оно просто запутано уже, и ты не помнишь, куда... Какой путь ведет. Так, поехали. Ноль. Так, сначала мне нужно поднять трубку. Ноль. 25 1 2 1. А, блин, нужно было нажать. Мисс Фан, странно, не забудьте вашего содействия. Не забудем вашего содействия. Слышны лишь гудки. А-а-а. Стой, я думал, это просто челик с руками здоровыми. Потому что-то у него еще на спине появилось здоровое. Это, знаете, типа китайский Silent Hill. Так, кукла военного полицейского. Кукла найдена в коридоре, она одета в форму военного полицейского и держит в руке пистолет. Я снова забыл, куда идти. Ну, у меня две куклы. Ну ладно, в принципе, понятно, куда идти. В принципе, понятно, куда идти. Так, две куклы. Больше ничего, да, нам не нужно. Так, дверь мы открыли, в принципе. Это выход на улицу. Теперь нам сюда. И сейчас будем смотреть театр. Из куклы выпал ключ. Скримак, я жду скримака. Эй, ей разнесло голову. Напряженная сцена. Из куклы течет кровь? Зачем мне показали эту сцену насилия? Я и подумать не могла, что пистолет за правду выстрелит. Даже запах пороха чувствуется. А что, я забрать не могу? Так, муха, я тебя сейчас поймаю и грохну. Как полицейский ту куклу. Вы правильно поняли, я взорву мухе голову, если я споймаю ее. Подожди, а чего это хотя бы ключ? Так, ключ от подвала. Старый потускневший бронзовый ключ нужно для того, чтобы открыть подвал Красного дома. Так, а что здесь имеется в виду под подвалом? Вот эту комнату. Жду скример. Жду. Жду.
Я понимаю, что он здесь должен быть. По-любому он должен быть здесь. Так, дверь открыта. Так, парты, столы. Вэй, спасибо, что сделал это для меня. Да не за что, ты всегда можешь на меня положиться. И да, прости, что пришлось так долго вести, так далеко вести тебя. Ничего, у наших сейчас занятия, мы там были лишними. Ты уверен, что никому не известно об этих встречах? Конечно, мисс, совсем никому. Еще, этот список книг легко порвать, так что прошу аккуратнее. Ага, спасибо, что напомнил. Я знаю, что мне не следует читать эти книги. Но у нас же должна быть свобода получения знаний. Да, не могу не согласиться. Да, и мисс Дин как-то упоминал об этом. А ты ведь совсем как она. Вы обе храбрые и талантливые. Ты думаешь, мы похожи? Мне все равно с ней не сравниться. Она же дочь ректора, да и у них в семье все известны как успешные ученые. Да ладно, тебе уверена, она о тебе высшего мнения. Помнится, она как-то похвалила твою работу. Она сказала, направь свои крылья в безбрежное небо. Правда? Слушай, хочу задать тебе вопрос. Я часто вижу, как мисс Инь и мистер Джан болтают. Не знаешь, случаем, есть между ними что-нибудь? Все, муха споймана. Ну, сама виновата. Взрыв бошки. Бумажный пакет, который оставил Вэй. Получен предмет. Я была слаба, но однажды ты сказал мне, перо сильнее меча. Так, список членов книжного клуба. Почему это список? Если им правильно распределиться, я могла бы буквально уничтожить всех, кто встанет на моем пути. А, это там уже и за решеткой, где были глаза, да? А можно быстрее немножко двигаться? Ага, я понял. Так, как это зеркальная комната? Зеркало не убивается. Мисс Инь? Что вы тут делаете? Мой учитель всегда уделял больше внимания студентам-бунтарям. Помнишь, что ты сделала? Что? О, ты забыла или просто не желаешь вспомнить? Ты... безобидный клочок бумаги, а? Мне ему и многим студентам пришлось умереть. Это была ты. А тебе одни неприятности, ты сводишь меня с ума. Иногда, когда ты падаешь, подняться вновь уже невозможно. Да как все это случилось из-за тебя? Ты все разрушила. Если ты молчишь, почему ты просто не пришла ко мне? Замолчи. Если не ты, у меня было бы все нормально. А-а-а. Если бы не ты, все было бы хорошо.
Но лучше пойду в тьму. Ну, просто он так медленно идет, а обратно я идти не хочу по стеклу. Судья Чиньхан, мама нравилась рассказывать тебе о своих переживаниях и опасаниях. Я считала это бессмысленным, но иногда за помощью просто не к кому обратиться. Сложив руки, я возношу немалую молитву. Мои вопросы Я Фанрей, синим звезд к твоему совету. Спросить о любви, спросить о будущем, о семье, о будущем. Смогу ли я жить по своему, следуя зову сердца? Ян Хо. Смеющийся ответ. Выходит, я могу лишь покорно следовать ходу вещей. Я жду тебе бог знает сколько, если у меня другой выбор. Мне нужно знать больше. Смогу ли я жить обычной жизнью, с семьей и близкими? Иньхо, плачущий ответ. Не ищи невозможного. Эх, это была лишь скромная просьба. А ты можешь быть жесток? Я хочу знать больше. Простите семью. Смогут ли мои родители, которые спорят и ссорятся, получить второй шанс и быть вместе? Ян Пхо, смеющийся ответ. Слезами горю не поможешь. Да неужели? Но это же моя семья. Моя мама. И тот человек. Ты так смеялась над... Нам было так весело вместе. Разве я о многом прошу? Разве я в жизни нет ничего, кроме бескрайней печали? Или это все я виновата? Божественный ответ. Выходит, это все я. Понятно. Можно закончить серию, уже время. Но мне нужен сейф. Молодым почти никогда не дает выбора, а лишь насилует их невинный разум. Я стала деревянной лошадкой на карусели жизни. Все просто носилось мимо, в хаосе безжизненных эмоций. Зараженной безумной энергией, я вращалась все быстрее и быстрее. Так, а куда мой кулон пропал? Так, ладно, сейвимся. Да. И на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.